мечтали. Народу у нас, правда, сегодня маловато. У нас, правда, еще превалирует недооценка культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и формализм музыки, мы ее, эту тему, то есть эти самые выступления провернем. Правильно! Принято! Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Ятеницын. Поприветствуем товарища нашего дорогого и любимого великого товарища Ятеницына. Слава, слава великому Ятеницыну. Слава, слава великому Ятеницыну. Товарищи, реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы? Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что являясь по природе реалистами, они не могут, не могут не писать музыку реалистическую, антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут не писать музыку формалистическую. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали б музыку реалистическую. Антинародные композиторы прекратили би свое более чем сомнительное экспериментирование в
власти музыки формалистической. Правильно, верно, товарищи, поблагодарим же нашего родного и любимого великого Единицына за историческую речь, за его выступление, обогащение и освещение важных вопросов. Спасибо, спасибо за историческую речь. Спасибо, спасибо за отеческую заботу. Последуемо за тем плану, предоставим слово музыканту. Возможность вокализировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину. Товарищи свои. Имею виду вносить диссонансы. Или те мысли, которые мы здесь слыхали. Мы, товарищи, требуем от музыки красоты и изящества. Вам это странно? Да! Ну, конечно, вам странно это. Странно вам это кажется? Странно вам это кажется? Да, ну, конечно, вам странно это. Странно вам это кажется? Странно вам это кажется? Будто здесь что-то не так. А между тем это так. Я не оговорился. Мы стоим за красивую, изящную музыку. Музыка не мелодичная, музыка не гармоничная, музыка не эстетичная, музыка не изящная. Это бармашина! Или музыка. Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, гармоничное, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Кроме того, товарищи, я должен вам сообщить, что в кавказских операх должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка. В кавказских операх лезгинка,
простой должна быть известной, легко обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей. И только-только настоящий, да-да-да-да-да, настоящий. Кавказский хлоперок, лезгинка, простой должна быть известной, легко и обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящий, да-да-да-да-да, настоящий. Кавказский хлоперок, лезгинка, простой должна быть известной, легко и обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Вот подлинно наложенное преступление, какая наглость, какая глубина! Чайковский, римский Корсаков, вы мелодичный, красивый, звучный. Линка Чайковский, римский Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм, наш человек очень сложный организм, наш человек очень сложный организм, очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, сюиты, квинте. Ты! Сюиты, сюиты, сонатки мои, развеселые квартетики, канонатики мои, эмлинка, калинка, малинка моя, рассимфония, поэмка, сюитка моя, эмлинка, калинка, держинка моя, раскрыновая поэмка, сюитка моя. Но нужно помнить всегда бдительность, бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем, постоянно всюду бди, никому не говори. Бдительность, бдительность всегда везде. Бдительность, бдительность всегда во всем, постоянно всюду бдите, ничего не говорите. Великий вождь всех учил и постоянно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы, короче, выбирай врага. Смотри
Смотрите здесь, смотрите там, быстро прикричит на дама. Ри туда, ри сюда, и микрочавый врага. Бдительность, бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытки проникновения в буржуазных идеологии в нашу молодежь. Этим ты наши идеи сберегешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, но головать их будем мы сажать. И в наиряку Сименова режима помешать. Сажать, сажать и в лагеря всех направлять. Великий вождь нас всех учил и постоянно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотрите здесь, смотрите там, утро трепещет по ночам. Ри туда, ри сюда, и микрочавый май врагам.